Из великого множества рыб, обитающих на рифе, самой ядовитой является вот это странное создание. Рыба-камень. Из 13 колючих лучей спинного плавника она выпускает сильнейший токсин, способный убить человека. Она больше похожа на камень или кусок коралла, отсюда и меткое название. Рыба-камень является мастером маскировки. Она способна полностью слиться со средой. Рыба-камень обитает в прибрежном мелководье вокруг рифов. Она зарывается в песок с помощью своих больших грудных плавников и лежит неподвижно. Теперь она великолепно замаскирована. Помимо своего смертоносного яда, рыба-камень известна своей беспощадной охотничьей тактикой. Она терпеливо лежит в засаде, невидимая потенциальной жертве. Эта беспечная рыбка даже не подозревает, в какой она опасности. Рыба-камень стремительно атакует. У жертвы просто не было шансов. Она оказывается в пасти. Но не всякая охота заканчивается успешно. Этой счастливице удается увернуться. Благодаря своей хитрости и стремительности, рыба-камень – одна из самых коварных охотниц на Большом барьерном рифе.